Рождество с особой пышностью праздноваться будет. Не кто-нибудь, принцесса родилась, да еще и в самый кону праздника. Я слышала, король большой пир устраивает в ее честь. Даже простой люд зван будет, и каждому по золотой монете дадут. И господ баронов торжественный бал ожидает. И не только это, 7 дней подряд рыцарские состязания проходить будут. Вот это я понимаю, зрелище для всех. А в последний день, говорят, фейерверк запустят. 1000 огней на фоне ночного неба. Такого праздника в нашем королевстве еще не бывало. И это еще не все. Из других королевств уже послы отправляются, чтобы просить у короля руки ее высочества. Так значит, мы обручение отмечать будем? Только не совсем понятно, кого мы больше празднуем. Новорожденную принцессу или Рождество Христово? Чё тебе до того? Рождество Крестины или помолвка? Главное, чтоб праздник был. А для меня наша принцесса ближе, чем еврейский мессия. Она ведь о нашей жизни позаботится. Пока что она для нас еще ничего не сделала. Да неизвестно, какое сердце у нее будет. А Христос за нас душу положил. Ты что же, против повеселиться за королевский счет? Совсем нет. Только вот, чтоб не пришлось к нам о Спасителе вспоминать, когда у нас его отнимут. Ты что еще за бред несешь? Рождество как испокон веков праздновали, так и будут праздновать. Глашатаи, королевские глашатаи идут. Празднество объявлять будут. Слава, слава великому королю! Указ Его Величества Короля Рене от 1212 года. Мы, король северных земель и его окрестностей, своей неограниченной властью повелеваем отменить праздник Рождества и запретить всякое упоминание о нем в церквях, школах, на улицах и других местах. Сверх того, запрещаем открыто ли, тайно ли читать, говорить, проповедовать или распространять весть о Рождестве в рассказах, песнях, стихах и в каких-либо других изложениях. Нарушители сего указа будут сурово наказаны вплоть до лишения жизни. Как отменить? Это невозможно! Не может быть! Как же так? Да это шутка! Что случилось? Почему? Что это еще за новости? Постойте, а как же праздник в честь ее высочества? Праздника не будет! Как не будет? Почему? Слепа, принцесса! Слепа! А, слепа! Какой ужас! Какой ужас! Видать, это горе и помутило рассудок короля. А народ-то здесь при чем? Да! Мы, что ли, в этом виноваты? Стой! Назад! За возмущение и протест королевскому указу смерть на месте! Это ты виноват! Это ты нам такое напророчил! Бейте его! Ваше Величество, приказ ваш исполнен. Принесите мне дитя, я объявлю над ней мою волю. Моя дочь, ее высочество принцесса Лилиана, отправится в самый отдаленный замок Северного Королевства и там проведет всю свою жизнь. Барон и баронесса де ла Рош займутся ее воспитанием и образованием и возьмут из королевской казны все, что им для этого потребуется. Принцесса не должна узнать ни о своей слепоте, ни о существовании мира образов, света и красок. И уж тем более не должна услышать о Рождестве. Мы будем справляться о ее здоровье и успехах, а также наведываться по мере занятости государственными делами. Такова моя воля. Ваше Величество, дозвольте спросить, как же прикажете нам исполнить такую сложную задачу? Я не напрасно поручил именно вам, почтенные, воспитание принцессы. Вы, баронесса, славьтесь своим умом и добродетелью во всем королевстве. Вы найдете способ исполнить данные поручения. И тот день, когда она узнает об этих запретных вещах, станет последним днем вашей жизни. Это да поможет вам проявить крайнюю осторожность и смекалку в ее воспитании.
Да как же это возможно? Это верная смерть. Несчастный барон и баронесса, да вы ж не позавидаешь. Как же можно? Как же можно так, ваше величество? Наша дочь лишена зрения, а вы еще лишаете ее счастья знать Господа. Он лишил меня дочери. Он лишил меня единственной радости. Он отнял у меня будущее и оставил меня без надежды. Так вот, он не получит от нее ничего, ни даже того, что у нее осталось. Вы безумствуете! Мало того, что она будет жить в кромешной тьме, ее душа будет страдать без света. Ведь ей, как никому другому, нужна вера. А что дала тебе твоя вера? Что дали твои молебны, посты, молитвы и набожность? Что, слепое дитя? Я страдаю не меньше, чем вы. Моя душа не находит покоя. Но без веры невозможно преодолеть скорби, как и без Рождества не найти спасения. Рождество принесло мне одно лишь горе, безутешное горе. Ну как же теперь наши бедные люди, наши подданные? Как же им жить без Рождества? Пусть учатся этому у своего короля. Господи, услышь мой вопль и озари своим светом душу короля и нашу дочь. Малыш, ты чего хромаешь? Ножку, что ли, ушиб? Ну-ка, давай посмотрю. А вы кто, лекарь? Да, лечу таких мальчишек, как ты. Так, сейчас. Не больно? Вот. Послушай, а что народ у вас здесь такой мрачный нынче? Ни песен, ни веселья нигде не слышно. Ведь Рождество же скоро. Нам король строго-настрого запретил этот праздник. Да ну, вот уж где я только не бывал, о таком никогда и не слышал. Из чего это он так? Дочь у него слепая, под Рождество родилась, вот и он разгневался с горя. И как давно это было? Да говорят, лет 15-17 назад. Да, ну и дела. Хорошо бы мне у короля вашего побывать. А хочешь, я тебе о Рождестве почитаю? Да поздно что-то. Ну что ты? Ведь это самая добрая история, и бояться тут нечего. Садись. Рождество Иисуса было так. Что это я слышу? Кто это о Рождестве говорить вздумал? Это не я, это он первый. Что ж в этом преступного? Весть о Спасителе мира для всех должна быть доступна. Это ты королю скажешь? Что ж, можно и королю. Ишь, храбрец какой сыскался. А ну, введи его. Скажите, баронесса, мне ведь скоро 18 лет, а я еще ни разу не покидала свой замок. Мне бы так хотелось познакомиться с другими людьми, узнать и услышать что-нибудь о жизни за пределами замка. Это должно быть восхитительно, и это мое самое заветное желание. Его Величество оберегает вас, ведь в окружающем нас мире так много зла.
А разве вы с нами несчастны? Что вы? Мне очень с вами хорошо. Здесь я многому научилась и познавала мир. Впервые услышала трели и пение птиц, журчание ручья, ощутила нежность и аромат цветов, дыхание ветра, тепло солнца и прохладные капли дождя. Здесь я впервые услышала о моем Творце и Господе. Нет, я здесь очень счастлива. Но неужели вся жизнь заключается только в том, чтобы слагать песни, заучивать поэтические мысли и наслаждаться природой? А разве это не лучшая доля? Откуда мне знать? О другой жизни мне ничего не известно. Разве только об исторических подвигах, что совершали короли и полководцы? У каждого из людей своя доля. Мне назначено служить и заботиться о вас. Нашей кухарке готовить пищу, садовнику возделывать сад, стражи охранять наш покой. А большинство людей живут в очень тяжких условиях. Непосильный труд, бедность, болезни. А это не доля для королевской особы. Но в чем же между нами разница? И какая от меня тогда в мире польза? Для чего меня создал Бог? И вообще, для чего создано все человечество? Весь мир. Баронесса, вы должны это знать. Я точно знаю одно, моя девочка, что моя жизнь принадлежит тебе, и я сделаю все, что в моих силах, чтоб ты была счастлива. Баронесса, я все хотела узнать об украшении, что вы все время на груди носите. О моем крестике? Ну да, чем он вам так дорог, что вы никогда с ним не расстаетесь? Как тебе сказать? Это память. Память о моих тяжких, но прощенных грехах. Грехах? Быть того не может. Вы же воплощение любви и доброты. И при чем же тогда тот крест? На нем вместо меня был казнен один замечательный человек. И я никогда не смогу этого забыть. Вы обязаны жизнью этому человеку? И мне о нем никогда ничего не рассказывали? Ну почему? Лилиана! Позвольте спросить, что вы еще от меня утаили? Я ведь чувствую, сердцем чувствую, что от меня что-то скрывают, прячут, чего-то не договаривают. От кого же мне тогда узнать правду? Лилиана, ваше высочество! Что случилось? Где принцесса? Роберт! Да, отец! Пойди скорее, найди ее высочество! У меня нет больше сил. Нет больше сил скрывать от нее истину. Я чувствую себя преступницей. Ну-ну, ты что, уже готова расстаться с жизнью? Лучше умереть, чем столько лет вводить в заблуждение юную душу. Не могу больше. Ну-ка соберись и вспомни, что мы служим Его Величеству. Чем же мы тогда служим Господу? Тем, что выполняем королевский приказ. И не забывай, это все же его дочь, а не твоя. Но за ее душу Бог из нас спросит. Ну, успокойся, успокойся. Завтра же подам королю прошение о нашем освобождении от службы по достижению 18-летия ее высочества. Ваше Величество, этот чужестранец пытался прилюдно читать библейскую историю Рождества на Дворцовой площади. Ну, и зачем вы ко мне его привели? Разве я отменил свой указ? Ваше Величество, неужели вы настолько огорчены из-за дочери, что готовы казнить невинного человека? Что? Да что ты знаешь обо мне и моей дочери? Знаю. Только то, что Бог не пожалел своего сына ради вас и вашей дочери.
Он определил ему родиться в бедности и нужде ради вас и вашей дочери. Он назначил ему жить рабом, служа и терпя лишения ради вас и вашей дочери. Он смотрел, как его сына бичевали, унижали и мучили, и не вмешался лишь ради вас и вашей дочери. Замолчи. Ради вас и вашей дочери он оставил его умирать на кресте в агонии. Замолчи. Он отказался от своего единственного сына ради вас и вашей дочери, а его сын родился и умер ради вас и вашей дочери. Казнить на плаху, голову с плеч долой. Ваше Величество, смилуйтесь над ним, вы ведь не палач. Он достоин смерти. Если вы казните его, то казните и меня, потому что я больше не могу и не буду молчать. Я расскажу нашей дочери о Спасителе и сложу свою голову. Отменить казнь, иначе я и королевы в Рождество лишусь. Стой! Волей Его Величества, короля Северных земель, по неотступному ходатайству Его Величества, королевы Северных земель, лекарю даруется милость и жизнь, но он изгонится из королевской столицы с тем же запретом говорить и проповедовать о Рождестве. За дитя в хлеву чужом Мария охраняет. Небесный хор поет о нем, а пастухи внимают. Сей есть Христос, Господь, пришедший в мир с небес высот. Он нам Всевышний дан, Спаситель, Сын Марии. Ой, мое вам почтение, ваше высочество. Я ненароком не испугал вас? Да нет, что ты. Наоборот, приятно встретить живую душу в этой глуши. Ты кто и откуда? Я из деревни, что стоит за лесом, и зовут меня Пьер. Здравствуй, Пьер. И как же ты меня нашел? Да вот, за елкой в лес ходил. С дороги сбился маленько и тут на вас наткнулся. А что ты за песенку ты пел про Марию и ее дитя? Неужели вы ее не знаете? Ее на Рождество все поют. На какое еще Рождество? Как? Так вы и про Рождество не знаете? Никогда не слышала. В этот день люди благодарят Бога за то, что однажды на землю пришел Божий Сын. Он родился, чтобы спасти людей от грехов. Ах, какое чудо! Только как же они его узнали? Ту ночь свет с неба осветил пастухов на поле в Вифлееме, и ангелы возвестили им о его рождении. А на востоке мудрецы увидели звезду. Она указала им путь к младенцу, и они принесли ему дары. Свет с неба? Звезду? А что это за явление? Это можно только увидеть. А я могу их увидеть? Ваше высочество, вы слепы, у вас закрыты глаза. Так вот почему от меня столько всего скрывали. Мне очень вас жаль, ваше высочество. А знаете что? Приходите к нам в деревню на Рождество. Мы елку нарядим, приготовим много вкусного, научим вас рождественским песням. К нам на праздник странствующий лекарь обещал прийти и из Библии о Рождестве почитать. Вы тогда все-все и узнать сможете. Что несешь? И что за сказки тут ты рассказываешь? Ну-ка проваливай отсюда, покуда цел. Роберт, ты что накинулся на него? Нечего вам со всяким сбродом разговор вступать, ваше высочество. Кто знает, что у него на уме, а я за вас собственной жизнью отвечаю. Пьер мой друг, и мне здесь ничего не угрожает. Вы настолько меня тут обезопасили, что я даже о самой себе правды не знаю. Ваше высочество, вы о чем? Вот что, Роберт. Завтра в нашем замке
мы будем праздновать не мое день рождения, а Рождество Божьего Сына. Вы проведете пир до деревни и от моего имени пригласите на этот праздник всех ее жителей. Да, и лекаря. Лекаря с Библией найдете и настоятельно убедите прийти. А теперь за дело. Нам нужно многое успеть приготовить. Ну, теперь нам всем конец. Пошли, глашатай правды и истины. Ну и что мы теперь будем делать? Что делать, что делать? Что принцесса приказала, то и будем делать. А что король приказал? Что король приказал, мы уже делали. А как видишь, не сильно в этом преуспели. Ну что, все жители деревни шлют принцессе свой низкий поклон и просят передать ей свое почтение с обещанием явиться на праздник. А лекарь так чуть не задушил меня в объятиях от радости. Знал бы он, чем для всех все это может закончиться, так предпочел бы где-нибудь укрыться. И как ты мог допустить, чтобы этот холоп в королевской чаще очутился? Тебе ведь поручено охранять все выходы из сада. Так я ворота и охранял. Откуда же я мог знать, что он у самого замка окажется? Чего же молчать его тогда не заставил? Я пытался. Или мне рукой ему рот закрыть надо было? Не рукой, а мечом. То есть убить? При ее высочестве? И почему это приказу? По приказу короля. Это работа королевских палачей. А я воин. Если бы принцессе грозила опасность, я сразил бы его на месте. А так, ведь у него даже палки в руках не было. Хватит! Не этим сейчас нужно заниматься. Рано или поздно принцесса все равно бы все узнала. Нам о душах своих подумать надо. И чем прощение ее высочества вымолить. И о встрече с королем подумать не мешало бы. Король сейчас подготовкой к войне очень занят. Быть может, в этот раз он и не приедет на день рождения ее высочества. Все ли к празднику готово? Ваше высочество, мы очень виновны перед вами. Мы скрыли от вас Евангелие, истинную веру в Бога и его спасение. И нет более тяжкого преступления пред Всевышним, чем это. Но видит Бог, что мы угождали и исполняли волю нашего короля и владыки. Мы знаем, что заслужили смерть и сочтем за счастье принять ее из ваших рук. Барон и Делорош, вы служили мне верой и правдой, растили, заботились и берегли меня. И я никогда не забуду добра, которого вы оказали королевскому дому в моем лице. И хотя вы виновны, я дарю вам свою милость и прощение, как Христос оказал мне милость, когда открылся мне в день своего и моего рождения. Отныне и навсегда вы обязаны исполнять закон не земного, а небесного царства. Обещаем! А теперь я хочу услышать все о моем Спасителе и Господе. Рождество Иисуса было так. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, и пошли все записаться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марию, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было ей места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Вдруг
предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давида вам Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышний Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сия, слагая в сердце своем. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Тогда Ирод сказал: «Пойдите и все в точности узнайте о младенце, а когда найдете его, дайте мне знать, я тоже приду поклониться ему». Выслушав царя, они отправились в путь. И сия звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя, увидели младенца с Марию, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Получив во сне повеление не возвращаться к Ироду, они отправились в свой край другой дорогой. Когда же они отошли, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтоб погубить его». Он встал, взял младенца и матерью его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Когда Ирод увидел, что мудрецы его провели, он пришел в ярость. Он приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков во возрасте до 2 лет. Thank you.
Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет». Их Величество, король Рене и королева Марго! Что здесь происходит? Кто посмел? Кто посмел нарушить мой указ? Где бароны? Как? И ты здесь? Значит, я даровал тебе жизнь, чтобы ты навязал свою ложь моей дочери? Ваше Величество, остановитесь! Неужели вы поступите так, как Ирод? Кто это? Лилиана? Моя девочка? Неужели вы так и будете гнать Божьего Сына всю свою жизнь? Неужели вы навсегда закрыли для Него свое сердце? Неужели вы так и останетесь равнодушны к Его любви и будете среди Его врагов? Неужели вы не оцените Его милости и прощения к вам? Ведь Он столько лет терпел от вас несправедливость, унижение и упреки. Доченька, Он лишил тебя зрения. Неужели вы так и не поняли, что я слепа лишь для того, чтобы вы прозрели? Господи, прости меня! Я так виновен пред Тобой, пред моей семьей и перед всем народом! Я причинил Тебе столько боли и страданий. Не отвергни же теперь меня, Твоего заблудшего сына. Люди! Люди! Я вижу! Я вижу свет! Господи, Ты живой, дивный и милующий Бог! Прославим же теперь все вместе Его рождение!